На новую почту получать посылки. Подписчики поделились с нами плодами перцев, семенами томатов и перцев. Иду получать, потом сниму, покажу. Вот получила посылки, получается, одновременно пришли две посылки. Посылка пришла от Олечки в очередной раз. Спасибо ей за внимание. Плоды халапеньо должна была прислать. Она об этом мне писала. Сейчас посмотрим. И также вот, вот так вот. Вот. Это сверхострые сорта, да? Да. Это не сверхострые. Это она сказала халапеньо. Но нет. Это сверхострые сорта. Это сверхострые сорта, да. Да, шикарно. А ну-ка, высыпи, посмотрим. Высыпи на стол. Да. Да. Мустарды. Вообще. Бося. Бося, ему перца надо. Так, теперь следующая посылка. И посылка пришла от Аркадия тоже. Огромное-огромное спасибо. Вообще. Да, к сожалению, наши семена остались северских. Просто не было места, куда все это дело положить, когда переезжали. Вот наоборот все. Это Олина. Просто там отправители. Я не пойму почему-то. Ага. Да. Вот здесь вот халапеньо Оля прислала. Все, я поняла теперь. Вот это Олина посылка. Это халапеньо и соус. Нет, не соус, а маринованный перец. Да. Она еще ж написала, они перемешались. Вот. Мы снимем свой рецепт приготовления маринованного халапеньо. Посмотрите, что там адреса не совпадают? Нет, просто и там Оля. В общем, я запуталась, но теперь я поняла, что это посылка от Оли с Харькова. Правильно? Да. А это с Ахтырки посылка. Ну, тут тоже Оля, но общалась... Где Оли? Да. Ой, вообще шикарно, шикарно. Халапеньо. Огромное спасибо, что поделились с нами своим урожаем. Такие красавцы. Вообще шикарно. Как я соскучилась за вот этим ощущением выращивания урожая. Ждешь, какой плод получится. Особенно, когда новые сорта выращиваешь. Ой, переживаешь за них, чтобы вызрели все. Да. Кстати, ребята, хочу вам сказать, если вы собираете незрелые сорта перца, семена у вас не дозреют. Вот эти вот зеленые перцы можно положить в любой бумажный ящик, прохладное место, закрыть его, чтобы солнце не попадало, ну, свет не попадал. И в течение буквально там недели-полторы они будут полностью красные все. Но все сверхострые сорта или любые другие сорта острого перца, у них семена не дозревают. Если вы собрали недозрелый перец, знаете, что семена у вас будут не схожие. Ну, может, там какой-то одно-два взойдет, а в основном все будут не схожие. Спасибо всем. Всем огромное спасибо за посылочки. А это семена от подписчицы Леночки из Харькова. Вот она тоже поделилась семенами томатов, перца. Вот такое разнообразие. Дай бог, чтобы нам было где это посадить в следующем году уже. Вот так хочется быстро сажать это все, сеять. Спасибо, Леночка, огромное спасибо. Надеемся, война закончится. И все это будем, и мы будем вас радовать новыми сортами. Мы высевали, это в 21-м собой, да? В 22-м году. Высевали новые сорта. Там больше 150 сортов у нас сверхострого перца. Как бы снять мы не успели. Сегодня буду мариновать перец халапеньо. Оля прислала зеленые плоды и желтый сорт халапеньо. Ну, я некоторые
Некоторые практически все дозарила до красного, потому что по правилам мариновать, консервировать и так далее нужно зеленый халапеньо, у него мягче кожица. Ну, я не люблю травянистый привкус. У красного или желтого, в общем, у дозревшего перца вкус совсем другой, мне так нравится больше. Сейчас подготовлю перец, помою, уберу хвостики, удалю семена и порежу на половинки. Ну вот, помыла, порезала я перец. Вообще халапеньо режут дольками, кружочками, то есть, и не удаляют семена. Ну, я решила сделать немножко облегченный вариант, чтобы кушать было не совсем остро. Я нарезала вдоль, выбрала семена. Перец халапеньо бывает, вы знаете, наверное, разных цветов и оттенков. Красные, желтые, белые. Размер у него тоже разный. Но у нас перчик был мелковат, поэтому вот нарезала по половинке. Для маринования нам понадобится перец черный, кардамон, немножко чеснока, уксус, соль, вода. Я взяла пол-литровые баночки. Этот рецепт на пол-литровые банки. И можно меньше баночки, но у меня просто их не оказалось. В каждую баночку по пару недушистого черного перца горошком. Так, по пару зерен кардамона. И по два кусочка от зубчика чеснока в каждую баночку. И будем закладывать перец. Вот я уложила перец в баночки. Не сильно плотно, так чтобы было расстояние между перцем, чтобы рассол хорошо пропитал перец. Утрамбовывать сильно не надо. И сейчас залью кипятком без сахара, соли и всего остального. И оставлю на 15 минут. Прошло 15 минут. Сливаем воду в кастрюльку. На литр воды мы добавляем десертную ложку соли и 2,5 десертных ложки сахара. И ставим это на огонь. Рассол закипел. Вливаем 160 миллилитров уксуса. Добавляем максимально огонь и доводим до кипения. Рассол закипел, выключаем и сразу заливаем в банки. Уксус, если что, был 9%. Так, заливаем каждую банку и закручиваем. Если у вас обычные банки, закатали, перевернули банки. Эти банки переворачивать не надо. И хотела сказать по поводу рецепта. Мы перепробовали очень много рецептов маринованного перца, но как-то нам понравился больше всего этот. Попробуйте. Вот. Любой перец можно, не только халапеньо, любой перец можно по этому рецепту консервировать, мариновать.